В этом году цехом по производству комплексных сложно смешанных удобрений достигнута своеобразная вершина. Выпущена миллионная тонна НПК удобрений. В честь этого события состоялся торжественный митинг. На производственной площадке третьего рудника собралось руководство «Беларуськалия», коллектив цеха НПК удобрений, представители профсоюза. Лучшим работникам в честь значимого события вручили грамоты и денежные премии. Профессионалом своего дела является Виталий Мигно. Мужчина работает в цехе по производству НПК удобрений с самого его основания. Сейчас он мастер смены. Как отмечает Виталий, работа хоть и сложная, но любимая. Настолько нравится, что выхожу через удаленный доступ посмотреть, как работает цех даже во время отпуска. То есть настолько переживаю за производство, настолько влился во все это, мне нравится очень это. Для меня это как бы, да, в основном это как бы гордость. Я, конечно, не ожидал, что мне премию вручат, но приятно, конечно, всегда. Весь коллектив цеха приложил к этой миллионотоне каждую свою какую-то там долю. Цех по производству НПК удобрений был введен в эксплуатацию в июне 2013 года. На протяжении 5 лет здесь не прекращалась работа по освоению новых марок продукции. Сегодня состав сложно смешанных удобрений меняют под потребности заказчика в зависимости от сельскохозяйственной культуры. Это позволяет использовать любую рецептуру продукта, вводить в него необходимые микроэлементы и другие вещества, необходимые для данного вида растения, что значительно улучшает качество и урожайность, снижает затраты на производство. Рынок сбыта растет с каждым годом. Сегодня 95% удобрений экспортируют в страны ближнего и дальнего зарубежья. Та миллионная тонна НПК удобрений, которая выпущена за эти 5 лет, она, конечно же, говорит о той сплоченности коллектива, который организовался при вводе комбината. Потому что пришли ребята, кто-то пришел сразу после института, у кого-то небольшой был трудовой стаж. И действительно, они своим трудом, своим энтузиазмом доказали, что все по плечу. И они могут освоить новые технологии. Мы планируем в ближайшие годы путем небольшой модернизации производственного цеха увеличить примерно на 20% производства. Ну и, конечно же, рассматриваем возможность строительства аналогичного производства на втором рудоуправлении. В этом году «Беларуськалий» празднует свой юбилей. За 60 лет предприятие достигло немалых успехов и продолжает развиваться. Буквально на днях вводится в работу новая вакуум-кристаллизационная установка на 4-м рудоуправлении, что позволит увеличить производство удобрений примерно на 30%. А для поддержания рудной базы на этой неделе на 2-м рудоуправлении был вскрыт 4-й калийный горизонт. Сегодня вскрытие 4-го калийного горизонта позволит пробить срок работы рудника еще как минимум на 20 лет. При этом та руда, которая добыта с 4-го калийного горизонта, показала свое высокое качество. Среднее содержание полезного компонента в руде порядка 25%. А это значит, что будут снижены затраты на переработку при получении концентрата. Сейчас «Беларуськалий» реализует масштабный проект по строительству Петриковского горнообогатительного комбината. В декабре 2019 года предприятие будет запущено в эксплуатацию, а в течение 3 лет достигнет производственной мощности 1,5 миллиона тонн удобрений в год.